Вот. Моя цель в будущем драться в американских организациях, такие как Bellator, и быть первой азербайджанкой, кто будет выступать за Азербайджан в таких организациях американских. Обычно мальчики-бойцы, спортсмены, мне всегда говорят, что девочки, они, им всегда легче, потому что вы девочки, несмотря на то, что вы бойцы, вас могут позвать как модели на обложке журнала, фотосессии. Вот. Ну, они так решают, считают, что для девочек всегда все легче. Любительские эти все бои, которые были и в загранице, и в Баку, конечно, я ехала за свой счет. Но я параллельно работала и копила всегда деньги. Таким образом, я выезжала в Испанию, в Санкт-Петербург, потом я выезжала в Грузию, в Иран, в Румынию также на чемпионаты мира. Профессиональный уровень – это когда я дерусь уже без защиты, без шлема, и мне уже платят за мой бой. Но странный стереотип, что ты не похожа на спортсменку. Люди считают, что ты должен быть... Я не знаю, вот, что они подразумевают по этим. То есть это не в моих планах быть супермужской в жизни тоже. Как я должна быть похожа? Писать на руке, что я спортсменка?